Вот и ушел в историю фестиваль киноурбанистики 86 под номером 5. В воскресенье его торжественно закрыли, вручили главные призы, но об этом в конце. А в начале небольшой срез мероприятий фестиваля и ближе к финалу подведем неформальные итоги с участниками. В дни фестиваля по вечерам появилась новая точка отдыха. И для словучан, кстати, тоже. Уличный кинотеатр. На стене детской школы искусств транслировали фильмы. Не скажем, что это абсолютно новая идея, но тем не менее. В данном случае рядом фудкорт, так что можно перекусить. Во время кино это даже очень интересно. В комплексе, особенно когда не будет мошки, очень даже неплохое место для отдыха. И фильмы посмотреть, и футбол. Чемпионат мира приближается. Главное, чтобы фудкорт сохранился. Среди пунктов питания, а их несколько, безусловно, лидер – черниговский гриль-бар. И по качеству, и по объему, и по разнообразию. Безусловно, они номер один. Кстати, они достаточно хорошо знакомы с ловчанам, потому что уже не первый год приезжают и на Зосю, и на День города. И даже в Любиче многие из нас их встречали. Студенческая газета «ВОНО» посвятила фестивалю весь номер. Ее сделали киевские студентки-искусствоведки из Академии искусств. И они подготовили спецвыпуск к фестивалю 86. Тут немножко про город и то, как он изменился из-за фестиваля. Немножко про фильмы, которые есть в программе. Немножко про еду на Всловутичи. Немножко про прогулки здесь и про музыку. А ты уже читала? Понравилось? Я его писала. Мне очень понравилось. А еще в газете есть гастрономический гид. Молодые журналисты побывали в 5 точках питания Славутича и сделали интересные мини-выводы. Фильмы на фестивале участники посещали достаточно активно. Во время просмотра, скажем, фильма «Вкус цемента» практически полный зал и полная тишина. Документальный фильм о строителях из Сирии, которые строят небоскреб в Бейруте. В то время как их дома по ту сторону границы попадают под бомбардировку. В Ливии война закончилась, а вот в Сирии она лютует. Но строители не теряют надежды. Что-то в этом есть неуловимое из украинских реалий. После просмотра фильма разговор по скайпу с режиссером. Людей в зале меньше, разговор идет на английском языке. Дискуссия «Блокпост дружбы народов. Культурный диалог в условиях войны». На сцене украинцы, россияне, эстонский россиянин, армянский азербайджанец и другие. В зале зрители. Почти 1.5 часа говорили. Можно и нужно ли общаться с соседями? Отвечают ли рядовые россияне за то, что их страна творит в Украине и Сирии? Нужно ли общаться друг с другом без политических вопросов, скажем, писателям, художникам, кинематографистам? Пожалуй, главный вывод сделал азербайджанец. Пусть люди спорят, главное, чтобы не стреляли друг в друга. Дискуссия прошла несколько веловато, я бы сказал осторожно. Ну, просто не было радикалов. А такие есть и в России, и в Украине.
Ну, может быть, это и хорошо. Что, ну, рана, конечно же, еще открытая. Страна переживает оккупацию, агрессию. И в этом смысле, конечно же, это непростой процесс. Но я как бы человек, который вырос в Азербайджане, и у нас также есть конфликт. И мы, в принципе, это очень близкая тема для нас. Но всегда после войны когда-то наступает мир. И главное к этому стремиться. Да. И в этом смысле, я думаю, что это все займет время. И это нелегко. Я желаю этому городу счастья, процветания. И хочу, чтобы у вас всегда был мир. В полном объеме запись дискуссии есть на Фейсбуке 86. Почти каждый вечер в котловане горел костер. Встречались в неформальной обстановке участники фестиваля с режиссерами. Говорили, спорили, слушали музыку. Тут, кстати, и словычане не один раз побывали. Перед закрытием фестиваля пообщались с участниками и подвели неформальные итоги. Я удивлен структурой этого города. В целом, тем, как он выглядит сегодня, в 21 веке, тем, как он сохранился или как он, наоборот, как бы развивается. Он выстроен был изначально. Я понимаю. Из 20-го в 21-го. Скажем так, для меня было большим сюрпризом, оказавшись в некоторых из районов вашего города, я был очень удивлен тем, что улицы похожи на улицы в Европе. Вот, и в этом смысле, это очень интересно, потому что я бывал в разных точках Украины и как бы невольно сравниваешь, хотя вроде бы не говорят, что нельзя сравнивать, и сравниваю с тем, где я живу сейчас, в Праге, и много езжу в разные точки. Вот, и я удивлен тем, что город в очень хорошем состоянии и в нем приятно находиться. Трошки насичена дуже програма була. Мошками, да? Ні, мошки, нормально, але взагалі програма людьми насичена. І ці спілкування змучує, і останній день вже просто... Очень хороший, считаю, этот фестиваль самый лучший в Україні. Да. Он ще не успел испоганиться. Мені подобається ведучий, мені подобається атмосфера, мені подобається місто, мені подобається виїжджати зі свого міста, з Києва, сюди. Душевно все, хорошо. Вот. И это замечательно, потому что пропадает пафос как бы, из нашего общества, вот, потому что пафос, он перебивает все творчество. Единственное, да, что мне не понравилось, это мошки. Да, 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 но это нормально. Мне очень понравилась Бакинская улица, потому что я из Баку, и мой отец инженер-энергетик, и в 86-м году он очень рвался сюда на стройку, но мама не пустила. Я вчера позвонил отцу, сказал, что, папа, я твою мечту выполнил, я здесь. И мы часть этого фестиваля. В настоящее время это канал американский, он вещает на русском языке, и мы вещаем также в этом городе. И нам очень приятно быть в этом городе и поддерживать этот фестиваль. Я думаю, что это очень важный фестиваль для города, и вообще для Украины, и вообще для создания такого диалога межкультурного. Да. И мы вернемся сюда обязательно в следующем году. И как канал мы хотим также создать специальную программу для жителей города, провести какие-то мастер-классы по средствам массовой информации, о новых трендах в медиа. И я думаю, что это будет очень полезно. И для канала в настоящее время это будет очень важно создать этот диалог также с городом, с нашим зрителем. И в этом смысле, да, нам это очень нравится, мы обязательно сюда вернемся. В холле киноконцертного комплекса благодарности многочисленным волонтерам. И официальное закрытие. На сцене ведущие, организаторы фестиваля, между ними главные призы. Постепенно собираются зрители. Первые четыре ряда за волонтерами. А далее полный неформат. Это фестиваль 86. Пришла пора его прикрыть на год. Вручить призы, поплакать проигравшим и все такое. И породить тем, кто проиграл. Да, это голос фестиваля, прическа фестиваля и многие другие части тела фестиваля Маргарита Куличова. Дуже дякую. Біля мене Юра Марченко, якого ви пам'ятаєте ще з церемонії відкриття, і могли його неодноразово спостерігати на кострах і вечірках. Це він. Завжди сценарій пишеться в самый последний момент, за час до начала. Это абсолютная правда. И цього разу ми вирішили перевершити себе і не писати його взагалі. Да, поэтому давайте просто все вместе сейчас и напишем этот удивительный сценарий.
На экран проецируется, как ведущие по ходу проведения церемонии пишут вместе с организаторами, а иногда и зрители подсказывают текст и главные акценты сценария. Зрители как бы оказались за спиной ведущих. Они видели текст, а точнее скелет текста, и в то же время ведущие были перед ними. Традиционно детям досталось лучшее. Участница детской школы урбанистов оглашает список партнеров фестиваля. Кстати, весьма неплохо владеет английским. Координатор фестиваля Старовойтова в своей речи благодарит словоческие предприятия, проспонсировавшие фестиваль. Координатор волонтеров Свят приглашает на сцену всех волонтеров и рассказывает, как они волонтеры. Особливо волонтеры после вечерки цю, це щось не вловимо. Ну, це реально. Чесно, ну, це такий досвід, який не купиш ні за які гроші. Нас було 86 волонтерів спочатку. Це якось так, так вийшло. Общее фото с двух сторон. Далее на сцену приглашают уже команду фестиваля. Здесь уже взрослые, ответственные люди. И только после этого приступают к вручению главных призов. Волонтер Соня Котельникова называет фаворита среди зрителей в конкурсной программе «My Street Film». Отже, отримує «Порцеляна». Неожиданно, что меня выбрали вообще в этот воркшоп. И самая большая благодарность Наде Парфан, всей команде Master Films и моей наставнице Алине Гордо, вообще всем людям, которые очень серьезно относились к этой идее на самом деле. Это мой первый фильм, я совершенно другими вещами занимаюсь по жизни, но мне захотелось поучаствовать, и правда, я на протяжении всего пути, пока мы работали над этим фильмом, и над другими фильмами в рамках Master Films, спасибо, кстати, всем моим коллегам в воркшопу, это было очень классно, приятно с вами познакомиться. Специальный приз жюри получает лента «Гири мои гири» Евгения Никифорова. И режиссера заставляют скакать на скакалке. Ну, сказали, что это нужно. Режиссер задание выполнил. А победителем в конкурсе «My Street Film» стала Татьяна Корнеева за фильм «Диорама». Очень тяжело говорить, просто спасибо. Я очень волнуюсь. Дуже дякуємо. И не волнуйтесь, вы победили. Залишайтесь с нами. Ваши первые фильмы вы всех порвали. А еще оказалось, что Татьяна приехала с мамой. А в воскресенье 13 мая, Международный день мамы. И вот такой сюрприз, представляете? Поздравление от дочери в виде главного приза конкурса. Итоги конкурса «Пальма Пивночи» и снова волонтер Соня Котельникова. Называет победителя с точки зрения зрителей. И конкурс глядацьких симпатий выиграл фильм под назвою «Чарівна таблетка». Ой, чудова таблетка. Ой! Для уточнения правильного названия и вручения приза вызывают на сцену режиссера. Волшебная таблетка. Happy Pills. Спасибо большое всем, кто смотрел. Спасибо огромное. Для вручения награды за лучший украинский фильм в конкурсе «Пальма Пивночи» на сцену вызывают члена жюри фестиваля Виктора Корня из Словакии. Маю вам сказати, що мені надзвичайно сподобався ваш фестиваль. Я побачив дуже багато різних фільмів і маю сказати, що не бачив жодного поганого. Я хочу ще раз подякувати фестивалю за те, що запросили мене сюди. І я думаю, що саме настав час оголосити найкращий український фільм «Пальма Пивночи». So the winner is... І переможеця Пант Байджана Озірна. Зв'язок Байджана Озірна. Дякую, дуже дякую. Я страшенно вдячна фестивалю 86, тому що вони вже втретє показують моє кіно на фестивалі. І ну, мені здається, що саме завдяки 86 і Наді, і Ільку я якось відважилася назвати себе режисером. Власне, в урочистий момент оголошення гран-прі найкращого фільму програми «Пальма Пивночі» ми, власне, подумали, що завжди дуже добре, коли фільм добрий, коли фільм класний, глибокий і коли він водночас веселий, оптимістичний, яскравий. So the winner is Alexander Zubovlenko with his film «Happy Pills». Олександр Зубовенко. Итак, гран-при в конкурсе «Пальма Пивночи» получил фильм «Черевна». Спасибо огромное, и как-то очень неудобно и стыдно, но
Я даже не знаю, Наде спасибо, Илье, которые отобрали мой фильм, хотя я думал, что вообще как он сюда попал. Вот, и мне очень приятно здесь быть. Вообще, большое спасибо. А еще режиссер с фильмом поедет на престижный европейский кинофестиваль. Какой, пока неизвестно. Я думаю, что как телеканал «Настоящее время», который является продуктом «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа», Американского совета по вещанию, мы каждый год будем поддерживать этот фестиваль. Это прекрасный фестиваль, это прекрасный город, и мы сюда обязательно вернемся и с новыми идеями, и с новыми проектами. И надеюсь, как ты сказал, эти фильмы, которые мы здесь видим, будут также показаны на нашем канале. You guys are really happy that you have such a festival in your city. I'm jealous. Я дуже заздрю вам, чуваки, що у вас такий крутий фестиваль у вашому місті. А финальная церемония закрытия оргкомитет фестиваля сделала флешмоб на композицию американской певицы и композитора Мередит Монк «Другие миры открыты». Остается только добавить, что фестиваль номер 5 кино и урбанистики получил достаточно широкий отзыв в прессе и на телевидении. Так, в частности, у нас побывали съемочные группы Первого канала, программа «Добрый ранок, Краина», телеканал «Эспрессо» и Пятый канал. Кроме того, фестиваль достаточно широко освещался и в интернет-изданиях.